12 июня печерцы отметили День России. Традиционно праздничные гуляния развернулись на центральной площади города, юбилейной. Наша съемочная группа побывала в центре событий. Праздник проходил по классическому сценарию. Для начала на крыльце Дома детского творчества развернулся концерт. Со сцены звучали патриотические песни о России. Если опасность державе грозит, становится Родина, как монолит. Несмотря на непогоду, у сцены собрались и взрослые, и дети. Одни смотрели концерт, пританцовывая под музыку, другие выбирали для себя более активные развлечения. Например, участвовали в квесте. Мы проводим квест. Квест, посвященный Дню России, России. Команды регистрируются у меня здесь, берут маршрутные листы и бегают по площади и ищут определенных людей, у которых они выполняют задания. Особое внимание гостей привлекла мотовыставка. Желающих сфотографироваться на байке было хоть отбавляй. Дню России мы приготовили выставку мототехники. Представлены 3 модели. Предполагалось представить больше. Могут подойти, сфотографироваться, детей посадить, посмотреть вообще вблизи такие мотоциклы. И просто для разнообразия праздника, так сказать. Также в программе праздника автобусная экскурсия по городу, патриотический фейс-арт, развлекательные игры и конкурсы, аттракционы для детей, праздничная торговля и различные фотозоны. У нас здесь проходит фотозона от МБУ «Годосуг». Люди подходят, наряжаются в костюмы, кокошники, сарафаны и фотографируются на фоне избушки с самоваром и плюшками. Особенно много развлечений нашли для себя юные гости праздника. Мальчишки и девчонки с удовольствием участвовали в различных мастер-классах. Наша площадка сегодня сделана для изготовления летающих простейших моделей. То, что можно сделать за 15-20 минут. Поэтому мы предлагаем сделать ребятам парашютики, чтобы можно было их сразу запустить в свободный полет. Модели из бумаги и картона, которые можно запускать тоже на ниточке. Вот. Это как модели игрушки, те, что у нас делают ребята, кто занимается первый год обучения. Пожалуй, самой патриотической стала площадка «Литературная гостиная». Здесь молодежь читала стихи Александра Сергеевича Пушкина. Мы рассказывали стихи, показывали некоторые сцены Евгения Онегина, а также позволяли своим зрителям рассказать те стихи, которые они знают из произведений Пушкина. Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел, когда мне быть отцом, супругом, приятный жребий повелел, когда в семейную картиной пленился я, хоть миг единый, то верно, кроме вас одной невесты не искал иной. Программа была достаточно насыщенной, хоть и гостей собралось немного. В целом ничего не помешало печерцам радостно отметить праздник – День России. Россия священная, наша держава, Россия любовь.